Друзья, всем огромный привет! В этом видео я хочу с вами поделиться своим заказом из интернет-магазина borodermshop.ru. Естественно, ссылочку на этот магазин я оставлю под видео. Друзья, переходите, смотрите. Я думаю, что каждый человек может выбрать себе там что-то подходящее именно ему. Ассортимент довольно-таки неплох и интересен. Хотелось бы мне сказать то, что посылка приехала очень быстро, что особенно приятно. Приехала она ко мне первым классом. Огромное спасибо за это, действительно очень приятно. Дополнительно все коробочки с кремами были упакованы в пупырчатую пленку, что опять доказывает, что производитель действительно заботится о том, чтобы заказ клиента приехал в целости и сохранности. Производство этой косметики находится в Москве, что, конечно, тоже не может не радовать. В составе косметики Бородерм нет опасных для здоровья веществ. Основа продукции, друзья, это экологически чистые биокомпоненты растительных трав и эфирных масел. Также я хотела бы сказать, что крема сделаны на глицериновой основе. Они легко впитываются, смягчают кожу и, самое главное, друзья, не забивают поры. Также мне хотелось бы отметить, что каждый продукт, вся продукция проходит государственную регистрацию, сертификацию и испытания в исследовательских лабораториях. Это еще раз доказывает о том, что производителю скрывать абсолютно нечего, и он отвечает за качество продукта. Как вы видите, крема все выполнены в одном объеме, это 25 мл. Тоже, что хотела бы отметить, что крема все были зафольгированы, но для удобства я их расфольгировала, чтобы не затягивать видео. Ну и давайте же наконец-то приступим к моему заказу. Менеджер магазина мне посоветовала попробовать вот такой крем с маслом чайного дерева. Кстати, очень приятный тюбик, приятно держать в руках. Мягкий пластик, то есть не твердый, это тоже большой плюс для меня. Ну и давайте начнем с коробочки. Хотела бы показать вам состав. Также хотела бы показать действие этого крема. В каждой коробочке имеется аннотация к продукту. Посмотрите, что нам обещает здесь производитель. Он описывает действие, применение и, собственно говоря, результат, который мы получим, если будем пользоваться этим кремом. Очень интересно. Конечно, мне больше всего заинтересовало то, что этот продукт может помогать при укусах насекомых. Я живу в Московской области, у нас лесистая область, вот, и, соответственно, вместе с приходом тепла к нам прилетели и комары, поэтому это очень важно. Ну и давайте, собственно говоря, посмотрим, что из себя представляет этот крем. Крем белого цвета. Легко разносится. Я могу сказать, что будет он быстро впитываться. Да, девочки, действительно, он быстро впитывается. Имеет, конечно, невероятно приятный аромат чайного дерева. Друзья, но это, конечно, на любителя. Мне этот аромат приятен, так что с удовольствием буду пользоваться. Следующий продукт, который я заказала, это был гель от прыщей. Те, кто меня смотрит, знают о том, что у меня дочка подросток, и иногда, конечно же, у нас случаются неприятности на лице. Также давайте посмотрим состав этого продукта и действие. Также имеется здесь аннотация, давайте ее также я вам покажу. Мне самой тоже безумно интересно, потому что я не читала ничего. Хотела бы сказать, что на сайте представлен не только гель, но и крем. Но я решила взять гель, чтобы лишний раз на лето не перенагружать кожу ребенка. Ну и давайте также посмотрим консистенцию и послушаем аромат этого геля. Бежевого цвета. Также легко разносится. Я думаю, также будет легко и быстро впитываться аромат. Очень приятный травяной аромат. Я думаю, дочка будет пользоваться этим продуктом с огромным удовольствием. Следующий
Продукт, который я заказала, это крем для ног противогрибковый. Хотелось бы мне сразу сказать, то, что, конечно же, у нас такой проблемы нет. Но впереди лето, впереди отпуска, и, естественно, будут отели, будут пляжи. И чтобы, не дай бог, где-нибудь не подцепить грязь, скажем, эту заразу в виде грибка, стоп, ногтей, не дай бог, я решила приобрести такой продукт, чтобы была профилактика противогрибковая. Также хочу показать вам состав. И хотелось бы показать действие. Посмотрим, что нам пишет производитель в аннотации продукта. Кому интересно, почитайте. Очень здорово, что этот крем еще имеет дезодорирующий эффект. Это очень классно. Давайте послушаем аромат этого продукта. Посмотрим консистенцию. Тоже легкая гелевая консистенция. Легко разносится. Я думаю, будет также быстро впитываться. Потому что жирной пленки я на второй руке абсолютно не ощущаю. Аромат безумно приятной лаванды, друзья. Но здесь и заявлена лаванда. С удовольствием, с огромным-огромным удовольствием буду пользоваться. Тоже те, кто меня смотрит, знают, что я безумно обожаю аромат лаванды. Давайте перейдем к следующему продукту. Заказала я крем «Деликатный уход». Здесь, наверное, я все-таки хотела бы остановиться поподробней. Конечно же, я хочу вам показать состав этого продукта. Очень хороший состав. Конечно, радует меня экстракт конского каштана и медицинской пиявки. И также я хотела бы вам показать действие этого крема. Почему поподробнее? Друзья, я не могу вам показать аннотацию этого крема. Я сейчас попробую пояснить, почему. Потому что производитель нам рекомендует этот крем использовать при тромбофлебите и варикозном расширении вен. Также этот крем помогает снять усталость, тяжесть в ногах, отеки, также боли, жжение. Боли, простите, жжение в ногах, синдром горящих ног, появление сосудистых звездочек и венозных узлов. Друзья, конечно же, этот крем я купила для ухода за своими ножками, потому что у меня на правой ножке, к сожалению, есть венозная сеточка. К радикальным мерам я не хочу пока обращаться. Пробуем все пока своими силами, не только косметическими какими-то продуктами, но и аптечными. Но пока все остается так, как было. Надеюсь, мне поможет крем этот в борьбе с моей венозной сеточкой. И также производитель нам рекомендует использовать данный продукт при опухании вен и сосудов деликатных зон. Друзья, именно это и описано в аннотации к этому крему. Я думаю, что многие поняли, о чем я говорю. Друзья, это очень серьезная проблема в наше время. И просто чтобы, вы знаете, не вызвать шквал каких-то негативных эмоций о том, что я показываю такие интимные, деликатные продукты. То есть я, наверное, не буду показывать вам описание. Если вам интересно, обязательно почитайте эту информацию в интернете, потому что действительно проблема очень серьезная, очень сложная, и если этот крем действительно будет помогать при болезни сосудов деликатных зон, это будет очень-очень здорово. То есть вот такая вот ситуация. Давайте мы посмотрим, что из себя представляет этот продукт. Он, конечно, идет уже поплотнее консистенцией, и я думаю, что он будет оставлять после себя небольшую масляную пленочку. Скорее всего, так оно и есть. Я прям чувствую, что будет небольшая масляная пленочка. Но я все равно с удовольствием буду пользоваться этим продуктом. Кстати, аромат очень нежный и приятный. Я очень надеюсь, что мне он поможет бороться с моей сосудистой звездочкой, с моей сосудистой сеточкой на ножках, простите, оговариваюсь. Очень переживаю, очень волнуюсь на ножке, и я, правда, очень возлагаю большие надежды на это. И последний продукт, который я заказала, это детский крем.
очень красивое, нежное, милое оформление. Давайте я вам покажу действие этого продукта. И также состав. Конечно же, мне хочется показать вам аннотацию. Давайте посмотрим, давайте почитаем. Очень радует, что в составе есть экстракты календулы и ромашки, аллантоин, облепиховое масло, витамины. Но это просто шикарно. Для маленьких деток это очень важно. Почему я заказала детский крем? Я не раз говорила, что в моем уходе должен быть обязательно детский крем. Как жирненький, так и легкий. Легкий крем я уже себе приобрела. Я очень надеялась, когда заказывала этот продукт, что крем будет жирненький. Давайте же наконец-то проверим, так это или не так. Я вижу, что крем уже плотный по консистенции. Да, действительно, это жирненький крем. Я думаю, он будет нам просто идеален. Просто идеален. Давайте послушаем аромат. Девочки, аромат невероятно приятный. Вы знаете, есть такое выражение «пахнет ребенком». Действительно, пахнет ребеночком. Друзья, вот такой заказ у меня был в интернет-магазине Boroderm Shop. Потрясающий заказ, я безумно им довольна. Конечно же, мы будем сейчас все это использовать всей семьей. В ближайшее время, естественно, я через недельки-две, возможно, сниму промежуточное видео, чтобы вам рассказать свои первые впечатления от использования этих продуктов. Но уже окончательные мои мысли, окончательные мои выводы об этих прекрасных, надеюсь, кремах вы уже услышите в моих пустых баночках. Друзья, спасибо всем огромное за внимание, спасибо всем огромное за просмотры. Всем пока-пока.